Здесь должен быть радостный крик, потому что наконец-то мне доехал тюнинг. А это не так. Потому что юрец что сделал правильно? Лоханулся. Как он лоханулся? А он лоханулся при заказе. Стоек не посмотрел, что стойки на BMW бывают разные. Оказывается, в BMW бывают разные рули. Ну, как это выглядит? То есть вот стоечка. Диаметр у нее 30 где-то. Идем к рулю. А у нас 28. Короче, у меня появилось две красивых отфрезерованных, отчепушенных стоечки на 30-й руль. Не знаю, наверное, продам. Или не продам, или подарю кому-нибудь. Ха-ха-ха. Теперь дальше. У многих у нас есть всякие вот такие вот тестеры. Обычное дело, это они идут с этими с тыкательными щупами. Ну, недолго думая, заказал щупы, которые можно с крокодильчиком. Можно было бы и самому, конечно, сделать. Но по большому счету стоит недорого. Круто. Сейчас уже размышляю, как я жил вообще без них. Теперь следующее. Ну, я уже просто пособирал с посылок разных. Вот. Первая часть. Это доехали мне две лампочки. Две светодиодных лампочки на противотуманке. Вот, выглядит они вот так. Натахи противотуманки скорее просто наличие, ну то есть они есть. Вот. Ну вот решил заказать пару лампочек. Сейчас вот 10-15 минут посмотрим, как они будут вообще светить. Вообще будут они светить, имеет ли смысл такие херни покупать или нет. Что-то, по-моему, получилась какая-то полная хрень. Ну, не то чтобы этих противотуманок нет. Ну, по-моему, они вообще не светят. Ну, это так, мелочь. Разъемчики 3,5. Вот. Нашел себе шнурок для питания на магнитике. Ну, выглядит достаточно прикольно. Ну, я попробовал, в принципе, заряжает. То есть купил на пару телефонов, на GoPro-шку. Ну, если что, надо будет что-то зарядить. Положу в машине, пусть лежит. Еще из интересного. Достаточно давно у меня были рабочие перчатки от Милоки. Вот. Стоят они что-то порядка $20. Вот. Я посидел, поискал, нашел несколько пар просто рабочих перчаток. Ну, в принципе, ничем они так особым не отличаются от милоковских. Вот. Ну, перчатки.
То есть на телефоне, в принципе, разблокировка или еще что-то, ну, работает. Вот, это одни вот такие перчаточки. Вот. Ну и чисто уже так называемый рабочий вариант. Еще вот такие. Это уже какой-то китайский бренд. Вот. Единственное, что мне здесь не нравится, что здесь не очень аккуратно сделаны пальцы. И вот здесь вот у меня. То есть они сделали очень короткий палец. Ну, в принципе, что-то хватать. Ну, как удобно. Посылок сбитых в одну кучу. Вот. Ну, это мелочь, это разъемчики, наушники. Из интересного. Приехал мне вот такой вот паяльничек. Ну, то есть до этого у меня был вот такой вот обычный советский паяльник. Сколько там, на 60 ватт. Паялым. Вот. Ну, в принципе, могу сказать, что паясим, когда очень тонкую херню делаешь. Что-то очень тонкое, когда паяешь. Достаточно тяжело. Вот. А тут была распродажа. Я себе заказал вот совсем маленький паяльничек. То есть выглядит он вообще вот так вот. Сейчас надо его скрутить. И вот паяльник. Казалось бы, да, маленький. Маленький, да удаленький. Но не все так просто, к сожалению. К этому паяльнику еще нужен блок питания. Вот. И, к сожалению, блок питания у него не такой маленький. Но, по большому счету, в принципе, то есть это как бы на пайку не влияет. В принципе, его можно даже запитывать от каких-то пару батареек. Вот. Ну, в принципе, удобно достаточно. В общем, паяльник такой интеллектуальный. То есть, когда ты его включаешь, он сразу начинает что-то греть. Вот, можно выставить температуру. Вот, но куча всяких настроек. Сейчас вот он прогреется. Ну, то есть он очень быстро греется. Вот. Но такой. Я ему чуть-чуть уже попаял. В принципе, достаточно удобно. О, ну все, вот он нагрелся. 300 градусов. Как бы, стабильненько. То есть, если посмотреть. Так, что мы сегодня будем делать? Сегодня мы будем на Таху делать AUX. С Китая приехал парочку мне вот таких разъемчиков 3,5. Ну, куча проводов и всего остального. Короче, сейчас чем занимаемся? Сейчас быстренько выдергиваем из машины магнитолу. Вот.
как вот выдергивать магнитолу тут, в принципе. Ничего такого сложного нету. Вот. Сейчас выдерну магнитолу и будем смотреть, как распаивается AUX в машине. Ну вот, за 5 минут скинули магнитолу. В принципе, на тахе это вообще никаких проблем нет. Вот. Откручиваем верхнюю крышку. Внимательно смотрим. Здесь у нас вот есть платка. То есть на этой платке нам нужно найти три, как это, контакта называют. Контакт. Вот. Левый, правый и землю. Ну, то есть вот они подписаны. Left channel, AUX, right channel, AUX и AUX ground. Соответственно, что нам надо дальше? Нам нужно взять какой-нибудь акустический провод. У меня вот тут есть такой провод с экраном. Вот. И просто их вот здесь вот пропаять. Потом дальше выкинуть. Разъем. Ну и все. И в машине будет AUX. Вот. Сейчас я это быстренько распаяю и покажу уже готовый результат. Ну вот, прошло пару минут. Запаял я AUX. Здесь вот еще выломал кусочек, чтобы провод вывести. Так, сейчас надо отмерить и распаять уже этот разъем. Закинул я магнитолу. Вот. Теперь проверяем, как это все работает. То есть у нас включено зажигание. Мы включаем. Так, сейчас я просто рассоединю. То есть мы включаем магнитолу на CD. У нас тут что-то играет. Потом мы берем себя на телефоне, открываем плеер и подсоединяем провод. Все начинает играть. То есть если мы отсоединим, будет играть этот CD. То есть в принципе CD-диски, CD-диск все время крутится. Вот. Единственное, что AUX его перебивает. Вот. Сейчас мне надо взять, вот, наверное, где-нибудь здесь возьму, расковыряю дырочку, прикручу провод. Ну, уже будет виден финальный результат. Ну и вот что получилось. То есть разъемчик я поставил вот здесь вот, чтобы практически видно не было. То есть мы включаем что? Мы включаем жесткий. Что мы делаем? Мы включаем CD-диск. Вот. И когда мы его засовываем сюда, мини-джек, у нас начинает играть. Телефон. Ну вот, как-то так.